Привет всем, с вами Дмитрий Рошенко. Сегодня хотел бы вам на обозрение представить указ президента Российской Федерации о приеме в гражданство Российской Федерации, о выходе из гражданства Российской Федерации, очередной указ, который публикуется президентом России 25 ноября 2020 года, номер 742, одобрен президентом Российской Федерации о приеме и о выходе из гражданства Российской Федерации. Здесь 100 фамилий. Напомню, что в соответствии с пунктом А статьи 89 Конституции Российской Федерации президент России решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища. Также в соответствии с данной статьей Конституции, а также законом о гражданстве Российской Федерации и в соответствии с федеральным законом о госполитике России в отношении соотечественников за рубежом, президент России решает вопросы приема в гражданство России в общем порядке и лиц без гражданства, восстановления в гражданстве, а также дает разрешение на выход из гражданства России. Вот в соответствии с данным указом, который опубликован сегодня, 25 ноября 2020 года, здесь указаны 100 фамилий, которые одобрены президентом о приеме в гражданство Российской Федерации в алфавитном порядке. Мы их сейчас видим. Ссылка на этот указ будет в описании, в прикрепленном комментарии. И, соответственно, вы с данным указом сможете ознакомиться, посмотреть ваши фамилии в алфавитном порядке и найти, есть ли там ваша фамилия, принято ли вы гражданство или нет. Соответственно, дальше через УВМ необходимо будет уточнить по уведомлению и дальше присяга, и это мы говорим по приеме в гражданство, и подача документов на сам паспорт, на саму книжку, паспорт Российской Федерации. Как видите, 100 фамилий. Дальше указано о том, что лица, которые названы в этом пункте, 100 фамилий, если они не достигли возраста 18 лет, приобретают гражданство России одновременно с принесением присяги гражданина России родителям. И третий пункт, одна фамилия, здесь удовлетворено заявление о выходе из гражданства России. То есть три пункта. Первый пункт – это 100 фамилий по приеме в гражданство и одна фамилия о выходе из гражданства. А еще раз подчеркну, что данный указ, ссылка на него опубликована в описании, в прикрепленном комментарии, можете перейти и ознакомиться. Напомню, что прошлый указ был 5 октября, номер 609, также был опубликован. Ссылка есть на данный обзор в описании, можете перейти и посмотреть предыдущий указ президента России о приеме в гражданство и о выходе из гражданства. Спасибо, что посмотрели данное видео. Успехов вам в принятии гражданства, в получении паспорта. Всего доброго вам, успехов!